Есть такое выражение, говорят, что люди слушают, но не слышат. Я знаю, что среди присутствующих и среди глав вызывает, может быть, некоторое недоумение, когда мы с уровня регионального правительства, вызывает, может, ухмылку у кого-то, досконально вникаем в проблему ремонта ям, о которых требуют и просят жители. Скорее требуют, а не просят. Когда мы уделяем внимание лампочкам в подъезде, во дворах, это тоже вызывает у некоторых глав, к сожалению, вот такое недопонимание, так мягко скажу. Мусор, войну которого мы объявили, тоже, ну, в каждое мусорное ведро голову не засунешь. И ту работу, которую мы ведем на дорогах, сегодня показывает, что несмотря на наши усилия, несмотря на то, что мы, думая о стратегическом развитии области, все-таки хотим разобраться с каждой ямой, к сожалению, некоторые главы просто спустя рукава этим занимаются. Я хочу торжественно при всех объявить выговор товарищу Сидзиневскому, или выговор, или пусть вообще с работы уходит Кузнецов, понятно? Потому что то, что происходит в Котельниках, в городе самым бюджетообеспеченным, я вам докладываю, это никуда не годится. Я также обращаю внимание контрольных органов на то, как асфальтируются ямы, и на и не допустить вот этой вакханалии, особенно в скрытых работах. Нужно вникнуть, что такое заделка ям. Я прошу господина и товарища Сидзиневского все-таки пересмотреть отношение к муниципальной службе. Если его что-то не устраивает, он может написать заявление и быть свободен. Принципиально важно в этой жизни научиться асфальтировать ямы, обеспечить освещение и убрать мусор. Я прошу всех глав муниципалитетов также внимательно к этому относиться и сопровождать эту работу.